зовут? Меня зовут Дмитрий Бутрименко. Сколько вам лет? Мне 34 года. Дмитрий Бутрименко. Вы по образованию? Я по образованию специалист по рекламе, предвыборным технологиям и кандидат исторических наук. Ух ты, опыт на телевидении работает? Опыт на телевидении у меня, да, был. Я сам из Челябинска, на телеканале «Восточный экспресс». Как вам Краснодар? Жарко. А еще? Жарко. Хорошо. И так, все еще жарко. А давно вы здесь? Я здесь буквально месяца полтора. А, ну ничего, жаркого еще не видели. Не знали, да? Я пока не особо понял. Пока Краснодар для меня это одна большая пробка. И жарко. Давайте вернемся к вашей истории про 12 лет, про опыт на телевидении. Я работал юнкором. Была такая программа детская, называлась «Время 1.11». Там мы там были юнкорами. Потом... В 2000 году создали телеканал на базе телеканала СТС, на базе московского телеканала СТС. Под выборы создали телеканал «Инфо-ТВ». Там я уже был журналистом именно в штате. Где-то до 2002 года, по-моему, там работал. Потом с телевидением я завязал. В 2007 году в Челябинске проходил кастинг на роль JMTV. Проводила Москва. И я, к собственному удивлению, прошел этот кастинг. И я стал JMTV на Урале. Скажите, пожалуйста, а как вы узнали про наш проект и почему решили прийти? Про ваш проект я узнал, как сказать, вот этот вот... Экран? Да. Большой экран на мэрии? Наверное. Да. В общем, там... Это мэрия. Прекрасно. Да. Рядом с театром. Рядом с театром. Я выходил из театра. И театральная площадь. Что вы подготовили для нас? Когда я прочитал Facebook о том, что мне там нужно подготовить новость... Меня немножко поставило в ступор, потому что я не знаю никакую новость, никакой формат, поэтому накиньте мне любую давайте новость. Давайте я вам сразу дам новость. Да, давайте. И я просто... А в каком ключе это должно быть? Пока прочитай как новость. Ну, познакомьтесь только с ней вот, сначала. Только вот камера вот сюда, вот молодой человек у нас стоит. 120 костюмов, более 2000 образов. Все это подготовил Гея Радзе тем гастролям, которые у него пройдут 22 апреля в Краснодаре в цирке. Друзья, приходите на концерты прекрасного искусства, такого как цирк. Извините, пожалуйста, я сбиваюсь, не запомнил, что там написано. Но суть. Дело-то не меняет. 22 апреля. Гея Радзе. Краснодаре. Хорошо. Сделай, пожалуйста, покрупнее. Вот грудной план. И еще раз то же самое, только представь, что это как трагическая новость. 22 апреля. 19:00. Впервые в Краснодаре будет проходить шоу Гея Радзе. 120 человек, 2000 костюмов. Это шоу, подобное цирку Дю Солей, должен увидеть каждый из вас. И это шоу пройдет 22 апреля в Краснодарском цирке. Шоу Гея Радзе. Спасибо.